Больше 200 новогодних посланий оставили жители края на фестивале-ярмарке «Сделано в Приморье. Снежные истории», которая работает в центре Владивостока. Лучших определяло жюри, состоящее из мастеров, которые продают свои товары. Выбрали самые искренние и актуальные послания. Маленького щенка. Маленького щенка хочет. Мастерам процветания от ваших работ настроенько поднимается. Мальчик Дима, 25 годиков, желает себе хороший теплый шарф и чтобы его нос не мерз. Хочу мягкую игрушку. Желаю в Российской Федерации, чтобы было больше здоровых людей. В этом году в ярмарке участвуют 54 самозанятых мастера, которые в теплом шатре на пешеходной улице Адмирала Фокина продают различные сувениры, украшения и одежду. Как отметили организаторы, все представленные товары сделаны вручную. Конкурс проводился для того, чтобы самые авторы лучших и необычных пожеланий получили новогодний сертификат от наших мастеров. Таким образом, мы поддержим мастеров для того, чтобы они получили новое вдохновение и в новых проектах в следующем году порадовали нас своими работами. Параллельно со сбором пожеланий для горожан на ярмарке проходил конкурс детских рисунков. В нем выиграли все, кто участвовал. Ярмарка «Сделано в Приморье. Снежные истории» будет работать до 8 января с 10 до 19 часов. Помимо шатра с самозанятыми мастерами, открыты деревянные домики, павильоны, в которых можно купить продукты от 11 приморских производителей и фермерских хозяйств. Отметим, ярмарка-фестиваль организована Центром «Мой бизнес» и Министерством экономического развития края совместно с Торгово-промышленной палатой Приморского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на восьмом.